Собирай сзади. Дорогие друзья, спасибо, что вы пришли послушать пьесы Николая Кореды «Солнце русской драматургии». Я всегда говорю на этих читках, когда читают мои пьесы актеры, что студенты или артисты скажут, ну, похлопают, скажут, здорово, замечательно, а потом выйдут куда-то и скажут, наш-то совсем спятил. Ну, не знаю, спятил или нет, но, честно говоря, что-то вот всю жизнь боишься этого чистого листа бумаги, приедешь в Логиново, ни одной мысли нет, про что писать ты не знаешь. Уже писал, и это писал, и похороны писал, и поминки писал, и затопило дом писал, и это писал. Думаешь, сидишь и говоришь, а про что написать? Чем удивлять будем, как говорит говорил Меркурий? Про что написать? Ложишься на диван, смотришь в потолок, что-то думаешь. А потом что-то дзынь в голову. И идешь, садишься и пишешь. И черт кто знает, получается или нет, я не знаю. Но дело наше такое. Сегодня у нас такой радостный день в театре. Сегодня была сдача. Прекрасно просто прошла сдача спектакля «Капсула времени» Алисы Кравцовой и Антон Макушин. По-моему, заимели сейчас в запасе, в загашнике. Просто замечательный спектакль. Я не могу тебя показать, но они и так показывают тебя каждый вечер. Но тут просто вот на них все построено. Публика невероятно довольна. И я сейчас на поклоне и прослезился просто, честное слово. Потому что стоял там сзади, актеры кланяются, Макушин с Кравцовой, а в первом ряду девочки кланяются и им кланяются. Ну, знаете, ну, мы же для людей все делаем, работаем для людей, когда вот я же не тяну никого, не поклонись там, или сделай там что-то, или еще что-то такое. А если какое-то доброе слово говорят, ну, мы вам благодарны просто, невероятно, что все, все для вас делается. Себя мы, когда мы вам нравимся, мы актеры, там, драматурги, режиссеры, мы себя ощущаем людьми, думаем о том, что жизнь недаром живется, мы делаем какое-то важное и нужное дело. Вот, пьесы, которые сегодня прочитают мои артисты, замечательные мои артисты, Светлана Колесова, Олег Ягодин, Ирина Пресняева, потом будет сначала маленькая пьеса «Отца Божья», а потом будет следующая пьеса, которую никто не слышал, называется «Массакры», только Ира Пресняева и Олег Ягодин. Пьесу «Овца Божья» уже читали мои артисты, но другие, немножко другой состав. И поэтому я их поменял для того, чтобы вот было зрителям, которые были на прежней читке, было бы интереснее посмотреть, как это с другими артистами, тот же самый текст. Но я немножко, конечно, после той читки поправил текст «Овцы Божьи», а «Массакры» никто ее не знает, эту пьесу даже. Впервые все услышите. Вот. И в тот раз читала это Тамара Зимина, читала Василина Маковцева, Антон Макушин читал. У них какой-то свой был взгляд на это. Сейчас посмотрим, что сделают Пресняева, Ягодина и Колесова. Потом я выйду и опять буду что-то вам рассказывать всякое разное. А за это время артисты успеют переодеться, у них тоже такой бенефис, можно сказать. У нас сегодня еще была репетиция спектакля «Матахари. Любовь». Потом вот репетиция читки, потом мы сегодня ездили в Министерство культуры, наше Министерство культуры, там собрались директора всех театров, говорили о фестивале, о том, что вот необходимо помочь, предоставить площадки. Ну, без особой охоты, конечно, представляют, но все-таки представляют, потому что летом говорили, что вот, когда летом проводился фестиваль, публики у вас не будет, а сейчас в ноябре проводится, ну так вы наши золотые дни забираете, мы бы заработали на этом. Я говорю, но приедут какие-то театры, мы вам всю выручку отдадим, полный зал у вас будет в ноябре. Ну, как-то без особой охоты. Мне, конечно, немножко обидно, хотя, ну, я не знаю, прямой эфир идет. Светлана Николаевна Учайкина, здрасте. Я думаю, она не смотрит. Алексей Феликсович Бадаев тоже не смотрит. Никто не смотрит. Петр Степанович Стражников тоже. Ну, может, смотрит, не знаю. Но, правда, я им сегодня говорил и снова скажу. Вот это, конечно, удивительно. 12 лет проходит фестиваль в Ледопоясе. И прославляет он не Коледу в окрестностях Екатеринбурга, а все-таки помогает молодым драматургам, чтобы как на опаре они здесь поднимались на этом фестивале. Потому что похвала для художника нужна как канифоль для скрипки. Я сегодня об этом в Фейсбуке писал.
И все театры в городе Екатеринбурге, за исключением оперного театра, плодами вот этого, вот этой так называемой школы, Уральской школы драматургии пользуются. В ТЮЗе идут пьесы моих учеников, и в театре кукол, и в театре юного зрителя, и в театре драмы. Ну, естественно, и у меня, и какие еще театры тут у вас есть, я не знаю. Но помогать, это вот, ну, они считают, что это вот, ну, это только мне надо. Ну, обидно, досадно, ну да ладно, какая разница. Вчера Ярослава Кулинович прислала, позавчера прислала мне новую пьесу. Я прочитал ее, пьеса на двоих, очень хорошая, дико смешная, остроумная. Ярослава уехала в Таллин сейчас от нас, что печально очень. Там она будет целый год работать в качестве драматурга, завлита, ну что-то такая должность какая-то в Таллине. Но я ей написал: ты меня прости, Ярослава, пьесу твою ставить, она попросила, может быть, подойдет для малой сцены, я пьесу твою ставить не буду, хотя она очень хорошая, это подарок для артиста. По простой причине, потому что мне надо помогать молодым, неизвестным, их надо поддерживать, их надо подталкивать. Тебя-то что подталкивать? Твои пьесы уже на Бродвее идут, что тебе уже помогать-то? Понятное дело, что уже сама-сама-сама, как говорил Михалков. Так что такие дела. Ну, это я говорю долго-долго, не знаю почему, потому что все готовы, да, а мне еще надо будет потом говорить, это потом я расскажу вот про это, про что про это, и когда будут артисты переодеваться. Артисты, больше пауз, понятно? У Халиды очень важно, Вяткин, слышишь? Вяткин. У Халиды очень важно в пьесах вот такие, и вы запоминаете, учитесь. Вот эти слова, да. А, что, ну, ага, у, вот эти междометия, потому что драматургия, это самое главное, что есть в драматургии, под текст. Нельзя, чтобы было все в тексте. 1/10 вот здесь вот, а 9/10 все в подтексте. Вот за этими корявыми словами, которыми мы полны всякими вот этими словами-паразитами и всего прочего. Когда вот что-то говорят, а выговорить чувства выговорить не могут. Актеры, умные артисты, это понимают. А сегодня вот здесь вам представят пьесу, она идет где-то минут 40, пьесу представят, может быть, даже меньше, замечательные артисты моего театра.